лети рядом со мной. Что ж вы, друзья, приуны? Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить анабиоз. В последней серии мы нашли вот такую странную непонятную штуку, и мы замерзаем. Я не знаю, умно ли к ней подходить, но здесь, похоже, столовая. Судя по этим вот прилавкам, здесь обычно держат пищу. Дубак, конечно, жесткий, и мне бы желательно отогреться, еще бы вот их спасти. Так, ладно. Что-то совсем уже странная какая-то. Странные, короче, монстры пошли какие-то. Странные дела творятся. Вот это вот что такое? Кто мне может объяснить? Страх родился среди них. Сковал им крепкие руки. Ужас родили женщины, плачущие над трупами умерших от смрада. И над судьбой скованных страхом живых. И трусливые слова стали слышны в лесу. Сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче. Ну ладно. Так, там ничего нету. Видим ничего. Так, может, в предыдущий раз был мужик скованный. Вот, у него, в принципе, эти штуки можно было отстреливать. Но здесь нет. Ладно, спускаемся. Давайте посмотрим, что да как. Хорошо. Ой. Тот умер. Да чё ж такое? Так, ну а у того? Давай к тебе в мозги. Врубай аккумулятор. Свети в зал. А, понятно. Ну, вот. Все понятно. Значит, за этого надо было вселяться. Хорошо. Стреляй. Давай, давай, давай. Давай, стреляй, ёлки. Вот ты напугал меня. Так, все, отлично. Мы его спасли. А того нет. Да охренеть. Так, давайте сохранимся, теперь к тому полезем. Попробуем за него что-нибудь еще сделать. А, вот, все, теперь тот светит. Свети, елки. Что-то он хреново как-то светит. Давай быстрее, быстрее. Сейчас еще пойдут, я помню. Блин, давай, давай. Да что ж такое? С моей меткостью, конечно, это было предсказуемо. Ну да ладно, давайте еще раз. Надо аккуратнее. Ну, прикольно. Сразу от двух действующих лиц. Да блин, как я не попал-то? Давайте перезарядим, пока он тот далеко. Перезаряжается, потому что она полгода. Ну давай, давай, давай. Хорошо. Так. Да блин, да что ж такое? Давай быстрее, 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 быстрее.
Фу. Так, еще и... А, все нормально. Фу, да блин, заставили меня понервничать. Как вы знаете, я маленько косой. Так что ладно, мне простительно с второго раза это место пройти. Нам косым можно. Так, ну у меня тепло восполнилось. Идем дальше. Опять загон для животных. Что за херня еще? Давайте включим. Ой, ой. Вот этого только еще не хватало. Ну давайте. Все что? Нет, не все еще рычит. Хорошо. Гринпис, наверное. Не себя от ярости. Так, все, определили собак. А, теперь надо открыть клетки. Тут патроны лежат. Угу, хрен там. А, значит, в один прекрасный момент эти клетки бы открылись, и они все скопом кинулись бы на меня. О, лампа. Ну, наконец-то. Так, ну что, уходить, что ли, отсюда? Ой. Да блин. Давай, 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 давай. А! Да что ж с тобой такое? Еще? А вот и клетки открылись. Вот бы мне сейчас жопа настала. Так, ладно. Собака у нас шевелится что-то. Пусть себе шевелится. Так, тут мы возьмем патроны. Это у нас для чего? Для СКС, судя по всему. Ой, то есть для СВТ. А тут и тут тоже. Ну, наконец-то. А то мне эта мосинка уже задрала. Хорошо. Так, и мосинку заодно перезарядим. Тут один патрон, это несерьезно. Нормально так отогрелись, сохранились, взяли СВТ и пошли вперед. Тихо. Блин, я уже звукозакрывающейся двери боюсь. Ой-ой-ой. Ты куда ушел-то, Так, ладно, нашим легче. Что за рубильник? А, звук был такой, что у меня ничего не получилось, но тем не менее загорелся свет. Видимо, все-таки что-то удалось сделать. Так, я сейчас, наверное, открою дверь, и там этот козел стоит. Да вроде нет. Ага. Получи, получи, скотина. Опять я скосил. Мазила. Давай, давай, давай. Все, оббегался. Супостат проклятый. В принципе, довольно забавный такой дизайн у монстра. Клетка вместо рожи. Да обалдеть. Блин, ну что ты спрятался? Вон у него там и шконка стоит, и зарешечено все. Но зато 71 патрон к ППШ.
Ну, давайте-то ходить с ППШ. Так, а мне не надо было погреться, интересно. Ладно. Твою дивизию. Сохранимся. Такое нам не нужно. О, обогреватель, хорошо. А что такое? Патроны. Дисковый магазин. Неплохо так отогрел, надо сказать. Ну и что, давайте вниз. Ну давай. Да блин, не закрывайся ты, елки-палки. Сейчас мы тебя с ППШ-то научим манерам. Да блин, не надо греться тут. У нас тут враг поблизости. Ты где? Ух ты, блядь, опять ты, скотина. Охренеть. А все что ли? Фи, да не такой уж страшный. Так, блин. Давайте погреемся. Около этой трубы. Хорошо греет. Эти открывать нельзя? Нельзя. Ну да ладно. Так, что у нас? Почему эти здоровые амбалы после себя ничего не оставляют? На них тут чуть ли не рожок высаживаешь. А результата, блин, ноль. Чё? Закрыто? И нахрена я сюда шел тогда? Тут не открывается. О, зато греет как хорошо. Так, ну давайте разбираться тогда, что же тут можно сделать. Здесь у нас туалет. Здесь у нас дверка. Но ничего нет. Здесь тоже. Может мне как-то обогреватель включить? Видимо, нет. Так, ну непонятно, куда идти. Назад, что ли? Назад не особо охота, честно говоря. Честное слово. Но вперед не пускают. Здесь у нас тоже, соответственно, ничего хорошего. Это что такое? Так, оп, секундочку, мне смс пришло. Так, тут я поймал баг. PC Gaming, что сказать. Короче говоря, я убил этого пулеметчика. Он у меня исчез, из-за этого почему-то не открывалась дверь. Пришлось загрузиться. Вот опять этот пулеметчик, опять я его запилил. Давайте его рассмотрим. У него изоленты примотаны ППШ. Только почему-то магазин у них, а нет, дисковые. Странный вообще чувак, надо сказать. И вот эта дверь у нас не открывалась. Зато теперь она открывается. Так, хорошо, что дальше. Ух ты, нехило как отогревает. Я еще, по-моему, ни разу так не грелся. Почти полный. Блин, опять ты. Ну все, упало вроде. Так, а погодите, это не то место ли, где я с ним в кошки-мышки играл? Он то в одну дверь, то в другую. Так, ну-ка сейчас посмотрим.
По-моему, да, это оно. Да-да-да, точно. Точно-точно. Здесь я уже был. Ну да ладно. Проверить не помешает. Опять. Ой-ой-ой. Да что ж ты не падаешь-то, а? Все, упал наконец-то. Ладно, ладно. Что у нас тут? Тут у нас ничего. Все, выходим. Ну, опять наверх поднялись. Здесь отнюдь не так страшно. Что такое? А, ну это СВТ обычный. Давайте СВТ возьмем. Что-то давно я с ним не бегал. А мне он нравится, между прочим. Да, уменяйся быстрее. Что-то это сигнальная ракета, вот как мне дали тогда, так я не видел больше. Странное оружие какое-то. Стыганно, стыганно. Так, тихо, тихо. Чё. Ну, наконец-то упал, все. Ты один? Видимо, один. Блин, да бочка, не мешайся под ногами. Повернем. Что бы это ни было, будем надеяться, оно отогреет ищение. Но, опять же, какое теплое. Так, нам, видимо, туда. Да, Петя. Что-то вас до хрена стало, по-моему. С ключами во рту. Обалдеть. Я буду звать тебя Вертухаем. Да, у него маленькая комнатка в голове. С кроватью. И унитазом. Так, это я тоже убивал. Все растаяло. Хорошо, отогрели эту местность. А тут все так же холодно. Налево или направо? Тут даже рука не поднимается. Значит, пойдем сюда. Угу. Очередной выход на поверхность. Ладно. Ух ты, блядь! В чем же дело? Чем вас не устраивает такая свобода? Или что-то с ним не так? Обратно к своим мискам. Идите. Еду здесь разносят воду. Ха-ха, задубели, да, зэки? Хорошо. И конец уровня. Да. Не могу сказать, что мне понравилась эта тюрьма. Я просто не понял логики, что делает тюрьма на корабле. А в остальном, в принципе, неплохо. Еще бы понять, что это за херь такая там, что за сфера висела. Почему показывали планеты, почему показывали солнце. Непонятно. А в остальном вполне неплохо. Так, ну. Ну и ладно, на этом мы завершим. Увидимся в следующей серии. Всего хорошего. Пока-пока-пока.